Всем привет! Я Анна Амелия-Джан, тренер по правильной растяжке. Сегодня я расскажу вам о погоде на вторник, 20 июля. По северным районам малооблачно, небольшой дождь с грозой. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 15. И будет идти дождь. По югу пасмурно, днем до плюс 22 градусов с дождем, ночью плюс 16. В Улан-Удэ во вторник плюс 26 градусов солнечно, ночью до плюс 15. Пусть ваши близкие будут всегда рядом.